Здравствуйте всем! Меня зовут Юна Анастасия. Я из города Астаны, Республика Казахстан. Мне 27 лет, и я являюсь участником конкурса Golden Time Talent, второй тур, гранд-финал. Хочу выразить большую благодарность организаторам за возможность проявить себя, показать свои работы миру, поучаствовать именно в международном конкурсе. Я рисую с малых лет, со времен детского сада и школы. Так получилось, что в художественную школу я особо не ходила, но при этом я закончила архитектурный факультет. Я работаю практикующим архитектором, всегда любила рисовать и до сих пор люблю. Вот, ну, в общем, именно картины стали для меня хобби уже гораздо позже. Примерно в возрасте 24-25 лет я уже купила холсты, кисти и принялась за работу. В это время я как раз была в декретном отпуске. Мы проводили много времени с моим отцом дома, вот, и картины стали для меня такой отдушиной, где я могла пережить свои чувства, пережить эмоции, заодно показать малышу, как здорово можно обращаться с цветом и как это, в общем, все интересно. Это одна из моих картин, картина «Мишка». Я ее писала целый год. Эта работа выполнена акрилом, мастихином. Я очень люблю большой формат, очень люблю мастихин и очень люблю насыщенные цвета. Ну, не все, конечно, картины такие, но вот «Мишка», он получился именно такой. Он для меня символ надежды. И вот, знаете, сверху отражена такая толща воды, я бы сказала. И вот он находится в этой глубине, под толщей синевы, под толщей вот этой темноты, за которой чаще всего и не видно просвета, и не знаешь, в общем, что произойдет, ты находишься в такой неизвестности. А вот он, находясь вот в этой темноте, он такой яркий, в нем так много цветов, они такие разнообразные, и он еще находится с огромной рыбой, которая здесь символизирует для меня ресурсы, возможности, различные варианты событий, где есть и везение, и удача. И взгляд Мишки, он получился таким и легким, и мудрым, и он обращен вдаль, точно к горизонтам, с такой надеждой, что вот все, как бы ни случалось сейчас, то все будет точно хорошо. Вот, я очень люблю эту картину, я наслаждаюсь просмотром ее дома, я очень часто смотрю на нее и вспоминаю о том, что надеяться и верить в лучшее – это очень важно, и это самое главное – вспоминать об этом в темные времена. И, в общем, я надеюсь, что эта картина откликнется и в ваших сердцах, и желаю всем всего хорошего. Всем добра и до свидания.